Итальянская полиция задержала бездомного, которого подозревают в убийстве 19-летнего американского студента Бо Соломона. Его тело нашли в речке Тибр через 3 дня после того, как он пропал. Бо Соломон приехал в Рим по программе обмена студентов. Его видели последний раз в пятницу, когда он возвращался домой из паба. Родители студента заявили, что с его банковской карточки были сняты $1000 после того, как он пропал.